Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я в трудном положении, у меня отношения, которые длятся почти год. У нас очень много ссор, много недопониманий и скандалов. И все, по его словам, из-за того, что ты истеричка, постоянно жалуешься. Я очень люблю этого человека и всегда, кроме того, как согласиться с ним извиниться, я ничего не могу поделать. Я знаю, что он сильно манипулирует, не только в плане ссор, а в общем. Я знаю, но не делаю против этого ничего, хотя это делает мне очень больно. Такое чувство, будто отношения идут в тупик, но я не хочу, чтобы отношения рушились. Само собой, что здесь у вас история про страхи, и само собой, что в какой-то степени вы ничего менять вот прям-таки... Ну, в ближайшем будущем, да, скорее всего, не будете. Вот, потому что, да, вы написали вопрос, да, вы понимаете, как бы проблему, да, вы ее понимаете, вроде бы вы ее вроде бы как. Видите, но вот вы говорите о том, что ничего как бы поделать не можете, потому что вы не хотите, чтобы отношения рушились. Вы говорите о том, что вы любите этого человека, и я думаю, что начать нужно с этого. Собственно говоря, любовь ли это то, о чем вы говорите, потому что со стороны это больше похоже на зависимость, ну, на любовную зависимость, психоэмоциональную, но так или иначе зависимость, определенную зависимость, ну, похоже. Вот, поэтому, вот мне кажется, да, имело бы смысл, наверное, в первую очередь, ну, развенчать какой-то миф относительно того, что это любовь, вот, то есть, ну, я думаю, по крайней мере, так, это вот имеет место быть, это первое. Второе. Человек называет вас, значит, истеричкой и говорит о том, что вы все время жалуетесь. Ну, тут тоже можно посмотреть, тоже можно разобрать, да, что именно вы делаете, и вот нет ли под этим, скажем так, каких-то оснований, да? Вот. Не в смысле того, что вы, ну, на самом деле, там, действительно истеричка, да, и действительно все время жалуетесь, нет, ну, просто посмотреть на то, вот, значит, как вы себя ведете, да, и что вы, собственно, делаете, вот, это было бы, пожалуй, наверное, тоже полезно, и было бы, пожалуй, тоже конструктивно, если мы говорим о том, что, ну, что-то нужно все-таки делать, вот. А дальше. Вы пишете, что у вас очень много ссор. И в ссоры, как я думаю, вы вносите свой вклад. Ну вот. Вот в какой-то степени, вот, нужно увидеть, какой вклад вы вносите в ссоры, вот, то есть, как вы непосредственно принимаете участие в конфликтах, вот, это тоже очень такой важный, как мне думается,
момент, потому что, значит, ну, если бы не было с вашей стороны каких-то вот какого-то вклада, да, то ссоры, ну, ссор бы не было, вот, поэтому то, что у вас возникают ссоры, это, конечно, в том числе и ваша ответственность, да, человек в какой-то степени перекладывает всю ответственность на вас, говоря о том, что это из-за тебя, это вот все из-за тебя, вот, и, естественно, это, ну, не самая такая хорошая, надо сказать, история, да, не самая такая хорошая ситуация, вот, но, тем не менее, опять же, если вы не хотите отношения как-то вот разрушать, да, если вы хотите их сохранить, то, ну, наверное, нужно, в первую очередь, все-таки меняться, да, и, значит, чтобы не страдать. Вот. А дальше вы говорите о том, что вам очень, очень больно, и это тоже такой достаточно важный момент, потому что необходимо увидеть то, что вам больно, необходимо увидеть, как вам больно, необходимо увидеть, как вы могли бы вот, ну, выразить, да, как вы могли бы обратиться с этой болью, вот, которая у вас есть, вот. Значит, ну, чтобы, опять же, она вас не отравляла, да, и чтобы вы чувствовали себя, ну, хорошо, чтобы вас это не угнетало сейчас. Вот. Дальше, что касается тупика, да, то тупик – это такая вот интересная достаточно история, когда человек, в общем и целом, как бы сам в какой-то степени вот, подводит все к тому, что, ну, что так будет. То есть вот я имею в виду, ну, тупик, чтобы был тупик, то есть это такая вот прям-таки чуть ли не психологическая игра, значит, человека, вот, который, значит, ну, позиционирует вот свою модель поведенческую, да, вот, вот с этой, ну, с такой позиции тупика. Вот. Опять же, вы можете изучить эту историю, да, вы можете изучить психологическую игру «Тупик», она есть в интернете, вот, и, собственно, что она из себя представляет, что из себя представляет эта игра «Тупик». Игра «Тупик» в первую очередь представляет из себя то, что, так сказать, пассивно, ну, как бы вот, посредством такой пассивности. Человек подводит себя к определенному, ну, к определенным, я бы даже сказал, да, к определенным результатам. Вот. К определенным, значит, ну, к определенному состоянию человек себя подводит. Но пассивно, не активно. Ну, например, можно предположить, что вы в глубине души считаете себя недостойным отношений. Вот, считаете, что единственный вот такой какой-то, ну, хороший выход, да, единственный возможный вариант развития, значит, событий заключается в том, что вас, значит, ну, мужчина должен бросить. Вот.
И вот, собственно, вы свою модель поведения выстраиваете, исходя из этого. То есть, как бы, ну, транслируя, по сути, транслируя, получается, вот эту вот мысль о том, что вот, меня должны бросить, и, собственно говоря, вот к этому приводит. Вот. Конечно, доказательств пока и подтверждений этому нет. Пока что там только вот, что называется, что называется, это мои предположения сейчас, мои гипотезы. Вот, но я думаю, что проверить ее, по крайней мере, было бы не лишним проверить гипотезы на то, насколько она соответствует действительности, да, и является ли она, в общем, на самом деле только там продуктом моей фантазии. Что еще хочется сказать? Еще хочется сказать, что вы не задаете вопрос, то есть вы не формируете запрос для, ну, для психолога. Вот, и из-за этого создается ощущение, что вы, ну, просто вот хотели пожаловаться. Ну, как бы вы можете, естественно, пожаловаться, да, никто вам этого не запрещает, запретить вам этого никто не может, но как бы проблема остается проблемой. Вот. Еще мне хотелось бы спросить вас вот о чем. Вы говорите про то, что вы в трудном положении. А скажите, пожалуйста, вот, когда вы говорите о том, что вы в трудном положении, что конкретно вы имеете в виду под трудным положением? Вот, то есть в чем трудность вашего положения? Дело в том, что в одной и той же ситуации человек выделяет разный аспект. Абсолютно разный аспект. Ну, вот. И, ну вот, значит, ваша задача заключается в том, чтобы увидеть этот аспект трудности вашего положения и решить, что вы хотите с ними делать. Вот, в целом, поднять вашу самооценку, да, повысить опору на себя, вот, сделать более интересной вашу жизнь. Это то, чем может помочь вам психолог, и поработать с личными границами тоже. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.